Доброе утро, друзья. Вот так вот начинается мое утро. Сейчас уже 9:20. Я уже встала, накрасилась, привела себя в порядок, сходила на завтрак. И вот еще взяла кружечку кофе, кружечка спутник. И сижу, пью кофе на качелях. Кстати, вот такие вот ланчбоксы я вам показывала, заказывала на Wildberries. В наборе было 3 штуки, очень классные, можно с собой брать еду. А это моя Victoria's Secret, маленькая сумочка. Так что эти боксы оказались очень красивые, очень классные и очень полезные. Советую вам, там 3 бокса, посмотрите мое видео с Wildberries, я оставляла ссылку. И стоят просто копейки, то есть $3. 3 огромных бокса, посмотрите, какие они красивые, какие они качественные. Я в них постоянно таскаю еду, в маленьком я таскаю орешки или даже таблетки иногда, витамины, а в большом уже конкретно много еды можно положить. В общем, вот это у меня для сыра, в общем, для разных таких вот. Ну, в общем, очень удобные штучки, классные, очень красивые. Вот, у нас потрясающая погода, сегодня вообще очень жарко, градусов, наверное, 27 с утра, то есть очень-очень жарко. Красиво, конечно, здесь, абсолютно красиво и очень все достойно, очень высокий уровень, конечно, отдыха. Безумно красиво, очень вкусно готовит, прям объедение. Вчера вот мою любимую красную рыбку давали, сёмгу на ужин, было очень вкусно. У нас там уже кто-то загорает, девушка разделась. Вот, вообще есть отдельный пляж для загораний, можно загорать. Каждый день косят, все, конечно, очень-очень достойно. Вот, достойный уровень. Стоимость проживания на данный момент составляет вместе с питанием и лечением 105 белорусских рублей. Это где-то $50. Вот, стоимость такая. Сейчас, по-моему, действуют скидки 10%, то есть можно примерно за $45 в день тут проживать. Питаться, получать процедуры различные, отдыхать, пользоваться услугами бассейна, пользоваться услугами анимации. Вообще очень-очень классно, здорово и мне очень нравится. Хочу вам показать мой новый маникюрчик и покрытие гель-лаком. Делала я здесь у местного мастера в городе Нарыч, и мне очень-очень понравилось. Смотрите, как женственно и элегантно. Всем огромный привет! Стараюсь записывать для вас влоги, рассказывать, как мне отдыхается. В общем-то, отдыхается, как всегда, отдыхается хорошо. И, в принципе, все проходит, как всегда. Вот. Сейчас пришла с процедур, хожу вот с такой вот сумочкой. Это сумочка от Dior. Такой клатч, мини-клатч. Он сделан из такой прорезинного материала. Очень удобно, кстати, с собой носить. Я сюда кладу телефон, кладу ключи от номера. Вот. И очень-очень классно, очень удобно. И вообще у Dior все вот эти вот подарочные косметички, которые вам дарит бренд, они все из такого вот прорезинного материала. И очень круто с ними вообще. Я их просто обожаю. У меня есть различные. У меня есть такая красная, у меня есть желтенькая, маленькая. Вот такая вот у нас немного странноватая, честно говоря, погода. Вот сейчас льет очень сильный дождь. И вообще не похоже это на белорусский климат, когда 5-6 раз в день идет дождь по 5 минут. Это больше похоже на какой-то, знаете, такой более грузинский климат все-таки.
сегодня говорю что-то очень странное. То есть, понимаете, идет вот такое яркое, активное, классное солнце, потом ни с того, ни с сего просто начинается вот такой вот какой-то дождь очень сильный. Очень крайне странная погода. Этот дождь длится буквально пару минут. Он очень-очень активный, очень сильный. И все, и потом он заканчивается, и опять начинается солнце. Так что, короче, ничего не понятно, почему это вот так вот происходит. Какой-то грузинский климат. Очень странно. И вообще, кстати, я вам рассказывала, помните, когда я первый раз... Ой, господи. Первый раз приехала в этот санаторий, я жила в корпусе, а потом переселилась вот в такие вот домики. Так вот, из таких домиков вот этот огромный минус, реально минус жить... это то, что очень часто бывает плохая погода, да, то есть, например, дождь идет с утра или холодно очень с утра, а тебе нужно идти на завтрак. Отдыхаю сейчас под навесом вот таким вот, потому что у нас очень странная погода, как я вам рассказывала. Погода меняется каждые 20 минут, просто вот стоит хорошая погода, солнышко, и потом резко начинается дождь сильный. Длится недолго, и опять становится хорошая вот такая погода. Вот. У нас сейчас 4:30 вечера. Если честно, очень прохладно. У нас наступили такие немного холодные дни. Уже третий день. Погода около 16-17-18 градусов. То есть достаточно прохладно. Я очень счастливая, то, что я себе заказала различные костюмчики. Спортивный, и у меня как-то сейчас стало больше спортивной одежды. Вот. У нас наступила такая приятная, прохладная погода. Можно немножко прогуляться, выпить чашечку кофе. Купила в кафешке. Посмотрите, какая у нас красота, как у нас тихо, спокойно. Очень приятный дует такой, знаете, легкий озерный бриз. Конечно, также приобрела вкусную шоколадочку к своему кофе пить Альпен Гольд с фундуком и изюмом. И буду вот так вот сидеть на пирсе, смотреть на воду, наслаждаться. Антисептик, конечно же, всегда перед тем, как кушать, я обязательно использую. Посмотрите, как у нас красиво. Настолько душевная атмосфера на очень-очень высоких вибрациях. Настолько приятно мне здесь находиться. Очень люблю Нарыч и отдыхаю здесь просто душой. Это потрясающие эмоции. Показываю вам красочку, которой я окрашивала волосы в последнее время. Последние месяцы это была L'Oréal 03 оттенок. Я еще закупилась в Турции очень много и привезла с собой даже в Беларусь. Потому что как-то очень много я закупилась. Часть оставила в Турции, часть забрала с собой. Вот, она была по очень хорошей цене. Уже не помню какой, но гораздо дешевле, чем в Беларуси. В Беларуси она, конкретно в острове Чистоты, стоит сейчас 15 рублей. Так, что хочу показать вам? Хочу показать вам краску, которую я купила на замену этой здесь. Потому что я сейчас живу, как вы знаете, в городе Нарыч. И мне нужно красить волосы раз в 3 недели. Вот, обязательно. Тонируюсь я тонирующими шампунями или бальзамами раз в неделю примерно. Бывает даже чаще пользуюсь шампунями, например, там каждое мытье. Но, конечно, крашу волосы я каждые 3 недели. Потому что я не люблю отросшие корни. Даже если чуть-чуть отрастает, смывается цвет, я уже это не люблю. Поэтому... до месяца стараюсь не выдерживать, только в крайних ситуациях, а так красить каждые 3 недели. Так вот, использовала я вот эту красочку. И сейчас покажу, что я купила здесь на замену. Здесь нет в этом городе никаких вот таких красок, как L'Oréal. Даже палет нет. Есть различные бренды,
украинские краски, болгарские краски, белорусские краски. Вот. И также есть краски Гарниер. Но, к сожалению, Гарниер мне не нравится. Никогда не нравилось, потому что любой оттенок, какой бы я ни купила бы в Гарниере, даже самые светлые, они всегда дают мне желтизну на волосы. И вот такой вот красивый оттенок не получается. Поэтому я сейчас покажу, что я купила на замену. На замену я приобрела себе здесь вот такую вот краску от Estelle 10/1 блондин серебристый. Это самый светлый оттенок в коллекции и такой максимально пепельный, насколько это возможно. Стоила эта краска $2. Крем-краска Estelle Love. Вот, так что я уже буду завтра ею краситься. Обязательно вам в следующем влоге расскажу и покажу, как эта краска на мне сработает. Вот, так что увидимся в следующем влоге.